Красавчик едет на выставку. Это наш красавчик Елисей. Пожелайте нам удачи. Ты красавица наша, Феодосия Елисеевна. Это что за красивые головки тут такие лежат, а? Феодосия и Елисейка едут на выставку. Всем привет! Сегодня 17 сентября 2022 года. Мы приехали с нашими чихуахуа Кастропула на выставку собак. И я вам сейчас их покажу. Привет, мои крошки! Привет, мои крошки! Елисей, Феодосия. Да ладно, мои золотые. Лёсик, Лёсик, Лёсик. Пошли походим. Да. Через час, за час. По сколько? По три? По два, по три. Посмотри, если большой, то два. А вы? Копченый окорочок. Тоже нельзя.
Елисейка, Феодосия, ты моя красавица. Елисейка — это папа Феодосии. Елисей занял второе место среди кобелей. А Феодосия стала лучшей сукой, лучшей красавицей, получила титул и подарки. Вот такие подарки. Мы находимся в очень красивом месте, которое называется Николаевка. В красивой базе отдыха у нас проходит выставка собак. И мы с нашими красавчиками, с Елисеем и с Феодосией, участвуем в выставке собак. Елисей — папа Феодосии. Елисей на монопородке занял второе место. А Феодосия заняла первое место. Лучшая сука, лучший представитель из девочек всех участвующих. Получила кубок, подарки. А Юлюсика обыграл испанский пес. Красавчик тоже. Ну что ж, не всегда бываем мы первые. Ничего страшного. Все равно очень похвалили. Красивые наши собаки. Пойдем, запуталась мама с вами. Пойдем, побежали гулять. Пойдем. Прогуливаемся между выставками. Сейчас будет общепородная выставка. Пока прошла только моно. Феодосичку очень похвалили. Красавица наша. Очень красивая, эффектная девочка. Здесь прям в двух шагах море. Хотите, пойдем посмотрим. Пока мы гуляем, наши собачки прогуливаются. Пойдем, Досечка, пошли. Феодосия и Елисей. Очень много собак, очень много пород. Выставка очень такая грандиозная. Выставка РКФ. Да, Елисешка? Да, Досечка, Феодосечка? Пока мы переодели шлеечки, на ринговочках мы выступаем на рингах. Пойдем, сынок, пойдем, пойдем. Пойдем покажем нашим друзьям, подписчикам море. Выставка проходит на берегу моря, база отдыха. Очень уютно здесь, так красиво, цветут розы. Если интересно, пойдемте с нами. Очень много людей, люди везде кушают. Много собачек. Нужно быть очень внимательными, потому что собачки разных пород. Очень-очень много собачек. Пойдем, пойдем, пойдем. Красавцы все, красивенные. Лучшие представители своих пород. Очень много моновыставок. Пойдем, 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 золотые. Пойдем покажем нашим друзьям и подписчикам, где мы находимся. Я думаю, вам будет интересно не только наши достижения узнать. Смотрите, какая прелесть. Кругом прелести, кругом. Побежали, побежали, побежали. Побежали. Вот они, вот они мои зайчики. Папа и дочь. Елисейке 3 года, Феодосии 2 года. Вот такие вот у нас собаки. Много деток. Да. Вот французский бульдог. Пойдем, 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 пойдем. Люди, кто так между промежутках выставки купаются, потому что вода 23 написано. Пойдем. Вот называется база отдыха «Авангард». И вот такое вот здесь море. Спасибо. Иди сюда, сюда, не бойся, не бойся, не бойся. Вот такой вот пляж. Так что можно искупаться. Ох, сколько людей, все плавают. И с собачками он купается. Думаю, здесь никто не будет возмущен. Ну, здесь написано, что опасно. Мы, конечно, не пойдем купаться. Пойдем, побежали. Побежали, побежали, побежали. Все, показали нашим друзьям море. Пойдем. Вот здесь прямо такие номера выходят к морю. Все, пойдем, мои золотые, пойдем. Мы на выставку приехали с нашей Женечкой, с папой. Пойдем, пойдем, пойдем. Очень красиво, уютно, погода просто шикарная, легкий ветерок. Вроде бы дождик покапал, 2 капли.
Лето настоящее. Очень красиво оформлено. Все очень уютно. Уютно. Хорошее настроение. И еще мне больше всего понравилось, ну, пока, до этого момента, очень воспитанные собаки. Часто на выставках бывают там гав-гав, мяв-мяв, кто-то гавкает. Большие, крупные собаки, все воспитаны. Кто не кидается ни на кого. Очень прекрасно это. Смотрите, сколько собачек, шпицы. Все породы. И Танюшкиного покажем. Вот такая прелесть. Как она называется правильно? Тибра-басон. Вот моя прекрасная знакомая занимается. Вот питомник вот таких красавцев. Вот такие вот щенули, невероятные маленькие обезьянки. Чудо! Боже, какая красота! Носики, курносики. Это я показываю своим подписчикам, где мы находимся. Снимаю видео. Да. Пойдемте. Очень много всех. Много-много-много народу. Вот такие красавцы. Ротвейлеры. Американские кокер-спаниели. Красавцы. Вон наш домик. Сейчас я пройдусь, этих собачек покажу. Какие собачки у нас сегодня на выставке. Очень-очень интересно. Очень много собак. Уже кто-то прошел выставки, кто-то не прошел. Вот победители тут награждают. Ринги продолжаются. Там внутри еще в крытом ринге. В общем, очень насыщенно, интересно. Думаю, вам тоже было интересно. Напомните, пожалуйста, как правильно называется ваша порода? Японский шпиц. Японский шпиц. Такая красота. Белоснежная прелесть. Спасибо. Так, мама, пошли сделаем меню худую. Ну, у нас тут, конечно, все. Еда. Это вот подарки. Тут у нас уже Феодоськины. Вот так. Все. На кого наступили? Thank you.
Я...